Цирк на воде готовится к представлению в Якутске. На сегодняшний день уже подготовлен бассейн, артисты начали первые репетиции. Готовятся к выступлению и животные. На пресс-конференции представили некоторых из них. Напомним, цирк на воде в Якутске будет работать до конца июля. На арене выступят морские котики, дикобразы, попугаи. Зрители ожидают захватывающая борьба с крокодилом и шимпанзе, который умеет плавать. Привезли грандиозное шоу «Цирк на воде» с бассейном на 150 тонн воды. 40 человек у нас артистов, также у нас фонтаны, водопады и большая группа животных, 30 голов животных. Вот мы, конечно, не весь коллектив здесь представили, но ведущих артистов.